красят МКУ третьего? Какой третий МК? Третий МК ты гораздо позже был. Короче, ребята... Там нельзя сделать третьего МК и быстро поставить экспанд. А то, что он на мастерскую закрепил, а потом экспанд, это как бы не третий уровень с автоматом? Так прикинь, сколько это времени. То есть ты не успел бы к экспанду, хочешь сказать? Он чем третий я там, левел, чем, а ты что, берешь что первый. Это вообще, что я там бы сделал на экспанде? Скажи мне, что бы я сделал на экспанде? Разведал бы. У меня там форсир харасит, ты там на халяву нычку ставишь. А я должен там еще от форсира отбиваться, конечно, харасить должен. Хумана. Вообще класс, за рейнджерку. Вообще супер. Да. Харасер такой, за рейнджерку. Двух именно скелетов так подниму, получу молоток, прожму ТП. Отлично. Тебе бы лишь бы пожаловаться вместо того, чтобы делом заниматься. Такой ты душный вообще, я уж и забыл. Да играть-то как будем? Лилим Капут поддержал ваш канал на 100 рублей. Играй, и сообщает. Хочешь. Михаил, зачем споришь с владельцем Гудгейма? Зачем споришь с владельцем Гудгейма? Да, что-то я попутал немножко. Леха, прости. Ну нет уж. Так просто ты не отделаешься. Здание готово. Нужно больше лунных колоссов. Здание готово. Ну ладно. А с кем мы играем? С ними же. О, хедхантеры, смотри, с форсиром. Не было никогда такого. Да. Что там получается? Орк хуман. Сейчас фейерлорда сыграем. Что хуман делает? Он сделал футмана. Неожиданно. Я готова. Архмаг. Побежал. Здание готово. Ладно. Нужно больше. Для героя, оказывается, Мунвелл нужен. Вот, заблочил виспом моего Акалита. У меня другие проблемы. У меня Мунвелла нет просто. Не проблема. А чё так? Укажи мне путь. А я забыл, что нужно второй Мунвелл делать под героем. Прикинь. Твой ход. И скорее всего меня сейчас будут пинчить, а у меня героя нет. Может, я не буду строить героя, ты будешь отбиваться. Недостаточно золота. Хм. Ну, я так, конечно, приведу. Нельзя. Укажи мне путь. Твой ход. Я готов. Чё они ещё контролить начинают? Твой ход. Главное, чтобы тебе этот Мунвелл не отменили. Да не, я без героя буду ещё. Хорошо. Приказ понял. Здание готово. Укажи мне путь. Может, лопнешь, ну, элементалей? Твой ход. Может быть, жду, да, кстати, приказа. Это неплохая тема. Приказ поняла. Жду приказа. Здание готово. Укажи мне путь. Слишком просто. Я не понял, все равно, откуда столько агрессии. Твой ход. Приказ поняла. Я не знаю. Я готова. Жду приказа. Слишком просто. Приказ поняла. Я готова. Не проблема. Укажи мне путь. Хорошо. Твой ход. Укажи мне путь. Жду приказа. И ни слова больше. Герой союз. Твой. Что? Ни слова больше. Нормально, я на крипах отдался. Вижу специально. Цель. Приказ поняла. Я должен защитить природу. Не знаю. Твоя очередь. Приказ получать экспо. Хорошо. Где опасность? Кто нарушил наш покой? Жду приказа. Время пришло. Чё там по прикопкам? За Калимдор. Да я жду, не хочу выходить. Приказывай. Приказ поняла. Кто нарушил наш твой покой? Ход. Там дефенд уже. Слишком. Укажи мне путь. Все, ребята, вы такие агрессивные. Взялись по-серьезки. Жду приказа. Твой ход. Где опасность? Приказ поняла. Время пришло. Ладно, твоя задача держаться. Приказа.
А, я ее сразу не понял. Ну. Я стараюсь тебе объяснять. Это с благодарность. Время пришло. Твой кто нарушил наш покой? Здание готово. Где опасность? Твой ход не проблема. Я готов. Укажи мне. Природа не знает усталости. Ни слова больше. Приказ поняла. Кто нарушил наш покой? Жду приказа. Время пришло. Приказ поняла. Приказывай. Слишком укажи мне путь. Не проблема. Я готов. Ни слова больше. Жду приказа. Слишком просто. Где опасность? Твой ход. Не проблема. Время пришло. Нормально вроде. Кто нарушил живешь? Покой? Твой да. Хорошо. Природа не знает усталости. Но Дмитрий Синицын мне уже не нравится как человек. Не проблема. Природа не знает усталости. Жду приказа. Где опасность? Ни слова больше. Приказывай. Твой ход. Кто нарушил? Давай, иди сюда. Приказ поняла. Слишком время просто. Пришло. Жду приказа. Твой ход. Жду приказа. Хорошо. Здание готово. Время пришло. Укажи мне, не проблема. Кто нарушил наш приказ покой? Ни слова больше. Твой ход. Хорошо. Приказ поняла. Жду приказа. Здание готово. Укажи приказывай. Мне. Укажи мне путь. Природа не жду знает приказа. Усталости. Слишком просто. Твой ход. Где опасность? Приказ поняла. Приказывай. Жду приказа. Твой ход. Хорошо. Укажи мне путь. Не проблема. Где опасность? Приказ поняла. Ни слова больше. Время пришло. У тебя как дела? Жду приказа. Природа да нормально вот. Постоянно пытаюсь их. Естественно. Здесь строить нельзя. Я как приказ понял. Твой ход. Приказывай. Укажи мне путь. Приказ поняла. Время пришло. Что они за фендом, конечно. Познай гнев. Хорошо. Неприятно сражаться. Природа не знает усталости. Я готов. Где приказ опасность? Жду приказа. Не проблема. Кто нарушил наш покой? Ой, ты видишь там? Охренеть. Никто не смеет вредить природе. Что ж, хорошо. Укажи мне. Слушай, путь. Может, и додавят меня. Я не уверен, что у тебя там, как у тебя там. А, у тебя новую жизнь. Приказ поняла. Время пришло. Нужна помощь. Кто нарушил здание наш готово. Покой? Укажи мне путь, хорошо. Твой ход. Приказывай. Жду приказа. Тут как бы не есть приказ. Проблема. Усталости. Приказ поняла. Приказывай. Да будет так. Твой ход. Не проблема. Ни слова больше. Время пришло. Твой ход. Природа не знает приказ усталости. Поняла. Где опасность? Укажи мне путь. Кто нарушил жду приказа, наш покой? Меня тут песочит. Жду приказа. Держись. Время пришло. Да уже вроде никак. Приказывай. Природа вот, не вот. Знает усталости. Здание готово. Наш герой пал в бою. Хорош. Хорош. Ну вот Лёша всегда так, знаете, я довожу до конца, и а потом он доедает все. А потом по очкам говорит, смотри, какой я молодец. Ладно, хорошо, я второй барак делаю. Что ты мне подсказываешь, что не буду продолжать? Там у меня футмен, кстати. Потел, как пес просто. Я чувствую. Слышу. До сих пор. Я как раз поняла. Они вернутся. Скринь. Надо было магазин поставить. Вот. Здесь я сейчас... строить нельзя. Укажи мне путь. Слишком просто. Твой ход. Не проблема.
Как будто с батчером бою. Хорошо. Ни слова больше. Жду приказа. Я готов. Приказ поняла. Не проблема. Укажи мне путь. Укажи. А тут недалеко буду ошиваться. Жду приказа. Они должны были уже прийти. Я посмотрю, конечно. Но мне кажется, что ребята отказались от стратегии. Ну, у Пумана не второго героя, ничего такого не было еще. Там два барака, скорее всего, у него, в общем. То. Время пришло. Да, похоже, что... Здание готово. Я не буду бараки убирать. Он нарушил наш покой. Что ж, хорошо. Что ж. Познай гнев природы. Где опасность? Твой ход. А, это паук. Ядовитый, оказывается. Вот это новости. Кто нарушил наш покой? В фэнтезийном мире пауки ядовитые. Нифига себе. Время пришло. Твой ход. Где вообще такое было? Да будет так. Жду приказа. Слишком просто. Кто нарушил наш покой? Я готова. Три барака арчил. У тебя есть такая? Ты слышал про такую стратегию? Красиво. Приказывай. За Калимдор. Где опасность? Сейчас Леша мне опять про разведку напомнит, блин. Природа не знает усталости. Я уверен, тебе не надо о таких вещах напоминать, чё-то. Природа не знает усталости. Кто нарушил наш здесь, покой? На мне. Они где креплись опасность? Активненько. Во имя духов. Третий АМ. За Калимдор. Да будет так. Не третий, четвертый, скорее всего. Один. Естественно. Четвертый АМ. Во имя духов. Да, у меня один. Наши воины вступили в бой. Время пришло. Как же что я люблю, когда Арчи хорошо начинает укажи толпиться мне. Совсем. Где опасность? Совсем забыл, каково время это. Прекрасное ощущение. Кто приказ нарушил поняла наш покой? Природа. Они блочат еще. А что? А что случилось-то с ними? Они же вроде разыгрались, может, первая карта. Давай. Была. Естественно. Первые две. Ни слова. Жду приказа. МК уже. У, слушай, у меня тут пришло. Могут быть проблемы. Сейчас экспанд добью. Во имя приказ духа. Поняла. Хорошо. Где опасность? У меня козлик умер. Укажи мне. Наш герой пал в бою. Контроль бы дал. Но я тебе спасу остатки того, что у тебя тут есть. Ход. Жду приказа. Приказ поняла. Спасибо. Жду приказа. А чей экспанд там стоял? Ни слова больше. Там-то три уже орка. У вас тут даже ТП не продается. У меня ты один. Твой ход. Жду приказа. Слишком просто. Хорошо. Твой ход. Пощады не будет. Какой Бьорн страшный. Укажи мне путь. Приказ поняла. Зали. Укажи мне путь. Не проблема. Так что, подходить? Твой ход. Жду приказа. Ой-ой. Приказ а, поняла. Наши воины вступили в бой. Твой ход. Хорошо. Жду приказа. Ни слова больше. Так пошли все отсюда. Мне путь. Не проблема. Что тебе? Приказ поняла. Слишком просто. Твой ход. Я должен защитить. Я по баблу. 800. Здание готово. Что ж, приказ хорошо. Поняла. Сейчас я гулю убью. Отдашь мне. Улучшение завершено. Я готова. Готов принимать. Я готова. Приказывай. Жду с нетерпением. Природа не знает усталости. Время пришло. Так, ну... Пока экспандов нет, все. Да будет так. Да? Окей, ладно, буду знать теперь. Кто нарушил наш покой? Идут ко мне. За Калимдор. Куча такая приличная была. Где опасность?
Недостаточно золота. Природа не знает усталости. Да, здесь. Где опасность? Приказывай. Налево. Не проблема. Переучились на Близзард. Скажи мне путь, ни слова. Я это будет фантазм. Правда же, если я карту выбежал. Да будет. Не, не убьем так. Жду приказа. Время пришло. Твой ход. Окей. Приказывай. Наверное, был телепорт здесь. Не возьмем. Жду приказа. Природа не знает усталости. Наша священная роща осквернена. Где опасность? Время пришло. Где опасность? Твой. Время пришло. Минус мейном. Кто нарушил наш покой? Ну, арта тоже. Природа не знает усталости. Приказывай. Жду приказа. Время пришло. Где опасность? Наша воля. Приказывай. Кто нарушил наш покой? Природа не знает усталости. Никто не смеет вредить природе. Естественно. Приказ понял. Я рад. Где опасность? Игра опять превратилась в под названием «Продай Михаила как можно дороже» называется. За Калимдор. Что ж, хорошо. Смерть осквернителя. Время пришло. Во имя духов. За Калимдор. Наш герой пал в бою. Или где-то экспанд у кого-то из них. Нет. Маловероятно. Ну, может быть, в правом нижнем углу, конечно. Но. Наша священная. Так, друзья, кому-то в телегу написали. Внимательно, пожалуйста. Не отвлекайтесь от игры. Да, вот. Да. А, ну да, в телегу написали. Я замутил Лёшу. Да, неплохо. Наша священная роща осквернена. Так, ну чё, у Алексея есть все шансы. Потому что у противника вроде как экономики нет. Вроде нет. Ну да, на карте больше шахт нет. То есть в целом можно сидеть на одной базе, ждать, когда они будут разбиваться от тебя, и периодически убивать рабочих дистрами. Они, правда, сейчас крепятся будут тоже довольно бодренько. О, я могу тебе денег, кстати, прислать. Хочешь? Давай. Часики подсказали, что у меня есть немножко. К тебе пришли. Фига. Охреневшая. Фулвард вообще топовый. Малин, давай, Алексей, держись. Держись, вроде. Надо бы послать кого-нибудь типа дистра на рабочих проверять, убивать. Если есть возможность. Вот пес, а? Минус МК. Минус Архмаг. Подвышки, 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 не лезь. Не лезь. Окей. Паладина можно убить. Торина можно убить.
Хорош! Третья нова, до свидания! И тут Алексей камбэчит, вы посмотрите, что делает Лёша! Что он творит? Лич под инвулом выходит просто в поле против толпы троллей. Кидает койл нову в Таурена. Таурен падает. Ребята в шоке. Они даже с одним человеком не могут справиться. Синицын. Лич в пулемете. Где нова? Третью нову кидай. Хорош. Не туда кинул. Отрезает. Юнит за юнитом. Что за лев? Койл, еще минус тролль. Нова, еще минус тролль. Пара выстрелов, еще минус тролль. Какая грязь. Дестройера потерял, как царь. Нова, великолепная. Зашла в троллей. Еще минус один. Это бесконечный процесс. Арба сработала, подстава. Койл тратит, Леха. Леха пытается спасти Дестра, не получается. Форсира можно не нокнуть. Блин, всех дестров слил. Ну, Леха, ну как так-то? Не доконтролил, если честно. Возьми скелета, сожги, убер фассира. Да, ладно, все, можно и так. Ну, я бы вышел, чё. Блин, ай да Синицын. Уф. Да.